мужик, давай, уже дико, давай! Бей, дико, давай, не тяни! Подъем стопы, подъем стопы. Так-так. Ты что, уже уезжаешь? Мистер Дебрито, что вы здесь делаете? Хотел задать тот же вопрос тебе. У меня не получается, мистер Дебрито. Я не умею играть, как другие. И если не вернусь сейчас в школу, то буду драить туалеты. Угу. Ну, разве это плохо? Драить туалеты? Нет. Что плохого в том, что ты играешь иначе, чем другие? Тренер говорит, что у меня примитивный стиль игры. Да, это правда. Но у этого стиля долгая и богатая история. Почему же тренер его ненавидит? История этого стиля уходит корнями в 16 век. Ладно вам. Не хочешь слушать, дело твое. Нет, 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 мистер Дебрито, я хочу, пожалуйста. Расскажите. Хорошо. Как я уже сказал, дело было в начале 16 века. Когда в Бразилию прибыли португальцы и привезли с собой африканских рабов. Но африканцы были непокорны. Многие из них сбежали в джунгли. Чтобы защищаться от рабовладельцев, беглые рабы создали джингу. Одну из техник КПРу, искусство безоружного боя. Когда рабство наконец упразднили, бойцы покинули джунгли и узнали, что по всей стране КПР отныне вне закона. Футбол дал им возможность практиковать джингу, не рискуя попасть в тюрьму. И футбол стал высшей формой искусства джинги. Год за годом джинга развивалась и совершенствовалась, пока не стала звучать единым ритмом в душе каждого бразильца. Но после чемпионата мира в 50-м году все решили, что именно джинга стала причиной нашего поражения. И люди отвернулись от всего, что напоминало им об их африканском наследии. И так же, как твой тренер пытается отучить тебя играть в стиле джинга, теперь весь наш народ пытается стереть следы своего прошлого. Но в тебе, Дико, живет дух джинги. И ты можешь показать всем нам, что ждет того, кто осмелится быть самим собой, несмотря ни на что. Или можешь сесть в этот поезд и так ничего и не узнать.
сюда! Ты что тут устроил? Извините. Повтори. Эдсон Насименту 4 гола.